Напоминаю, мы продолжаем принимать вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства. Завтра, 14 мая, на нашем телеканале смотрите программу «Диалог с властью». Гость в студии – заместитель главы администрации городского округа Мытищи Александр Бирюков. Основные темы беседы – дезинфекция подъездов, итоги отопительного сезона, благоустройство и обращение с ТКО. Если у вас есть вопросы, присылайте их уже сейчас на электронную почту. Начало программы в 20:00. Выстраивайте свой диалог с властью.